391 год назад английский парламент представил королю Карлу I законопроект, именуемый «Петиция о правах», документ, подтверждающий старинные права и свободы его подданных. 387 лет назад начали строить мавзолей Тадж-Махал. Он был заложен в Агре, тогдашней столице Индийской империи. По одной из версий, строительство началось в честь умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Строительство продолжалось более 20 лет. В 1872 году в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. В 1883 году состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронации императора Александра III. Специально ко дню освящения храма Христа Спасителя композитор Петр Чайковский написал увертюру 1812 год, которую впервые и исполнил храмовый хор. Свое 67-летие отмечает голливудский актер Лиам Нисон. В числе его известных актерских работ такие фильмы, как «Список Шиндлера», «Роб Рой», «Отверженная реальная любовь», «Неизвестный воздушный маршал», «Молчание» и кинотрилогия «Заложница». Обладатель Кубка Волпи за лучшую мужскую роль, номинант на премии «Оскар». В 2015 году в России стали отмечать новый праздник – День краудфандинга. Именно в этот день официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов. Сам краудфандинг означает «добровольный вклад», чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации, так сказать, с миру по нитке.